Нихао. Здравствуйте. Хочется поприветствовать не просто вот сказать здравствуйте, а действительно поприветствовать. Сегодня собрался цвет академической науки, цвет людей, которые представляют замысел, как мы будем дальше выстраивать совместное будущее. 如果我只用简单的你好来欢迎大家，这个显得太不隆重了，因为今天来到现场的不仅仅是院长们，还有老师们，你们是现在学术界的领军人。Сегодня взаимоотношения между Россией и Китаем как никогда находятся на высоком уровне, возможно, впервые за последние многие-многие годы. И это тоже один из важных аспектов сегодняшней конференции. И это тоже мы открыто приветствуем. Мы сегодня собрались в таких непростых условиях. Мир очень серьезно меняется. Система или модель управления, которая успешно работала многие годы, вызывает сомнения многих экспертов. Глобальный системный кризис, как называют, подталкивает нас к необходимости выработки новых подходов, осмыслению ошибок прошлого и опыта прошлого. Собственно, ради этого, ради синтеза новых мыслей, подходов, ради выработки новой концепции развития и собралась наша столь высокая аудитория. 今天世界上的形态发展已经到了一个危机时刻，一个特殊的时刻。所以，我们今天的这个会议的主要目的就是共同齐心协力，发展出研发出新的对世界观和对世界这些事情发生的这些危机事件的一个处理的方式。 И если противостояние в прошлом, в основном это было противостояние технологическое, для того, чтобы захватить одной стороной другую, и потом информационное, чтобы удержать и обеспечить это доминирование, то противостояние будущего – это больше алгоритмическое, то есть то, как мы сможем воспользоваться уже наработанными системами, то, как мы сможем правильно упорядочить то, что мы получили в наследство. Именно об этом, в общем-то, сегодня помыслы с российской стороны, с китайской, как общий мир, под каким знаменем, под какой идеей он будет дальше вместе сосуществовать. 所以我们今天的目的也是在概念这个方面做出一个新的总结。 Выработка таких подходов – это серьезная и долгосрочная задача. Поэтому конференция – это больше обмен мнениями, это больше обмен тем, что мы уже наработали, увидели, и это больше предложение к сотрудничеству. Поэтому со своей стороны мы приветствуем приехавших и предлагаем сотрудничество. 当然我们要做的这个工作是一个非常漫长也非常艰难的一份工作，所以呢，我们今天的只是一个很好的开始。我们每位发言者呢，我们都会听到他们的观念，我们会之后去消化这些观念，并使用这些观念。 Собственно, желаю нам всем успехов. Не буду задерживать свою вступительную речь. Спасибо. До встречи в следующей сессии. 希望大家都发言成功，谢谢。